И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен. Мы продолжаем проходить замечательную книгу ненаписанных историй, честь Витаря и Унязь. Встретили замечательного Гулливера, нашего старого знакомого, точнее не совсем нашего, а нейтовского знакомого, но теперь и знакомого в Вильбурге тоже. И нам нужно вернуть электричество в это замечательное место, чтобы наш замечательный чувак доделал партию досок. Грифельных хотела почему-то сказать, не знаю почему. Неважно. И выбраться отсюда. И мне почему-то кажется, что из меха, плаща и вот этой фигни, и, возможно, даже этой тоже, нам нужно будет сделать подобие крыски какой-нибудь, чтобы роботик тот маленький поймал, может быть, этого крысёныша, и чтобы все было хорошо, потому что он, как вы помните, бегал с бумажкой, искал крыску по объявлению, может быть, денег хотел получить. В общем, нужно будет, наверное, этим заняться. Давайте изучать. Зачем делать что-то из дерева, если можно сделать это из железа? Это была одна из любимых дедушкиных поговорок. Эта философия принесла мне железные игрушки, железные тапочки и лаки. Мою железную лошадку. Да уж. Берем доски, наверное. Гулливер, можно мне взять несколько досок, пожалуйста? Без проблем, у меня более чем достаточно досок для выполнения заказа. Чудесно. Кабели. Гулливер использует эти провода, чтобы пробуждать к жизни волшебные грифельные доски. Или, по крайней мере, использовал. Электричество отключилось недавно. Гулливер винит в этом крыс. Все-таки грифельные доски, черт их подери. Ну, ткни колено. Гулливер использует эти провода, чтобы пробуждать к жизни грифельные доски. Почему ты говоришь одно и то же на двух разных кнопках? Объясни мне. Котел, топка, маховик. Паровая машина. Точно. Паровая машина, наверное, предназначена для питания старой машины, стоящей рядом. Хотя не похоже, что она когда-нибудь это делала. Должно быть, инженер забросил это дело. Это одно из изобретений маленького робота. Эта машина призвана помочь как-то разгрузить его трудолюбивого отца, но я не знаю как. Это одно из изобретений маленького робота. Да-да, опять одно и то же. Так, открыть кран. Смотреть на камень. Это самый странный камень, который мне доводилось видеть. Он блестит, и он немного светится. Мне эта штука кажется волшебной. Я не хочу с ней ничего делать. Если верить Гулливеру, электричество пропало недавно. Но оно ему нужно, чтобы оживить грифельные доски. Не думаю, что это из-за кабелей. Так, открой кран. Водичка. Работает! Удивительно. И прям льется сюда. А куда вытекает? Утекает, точнее. Так, смотри, часы с кукушкой, давай. Оу, это гнездо кукушки из часов. Они очень редкие. Они вьют гнезда в человеческих домах и маскируют их под часы. Когда хозяева не смотрят, они летают и воруют печенье и другие лакомства. Окей. Хотя это больше похоже на копию гнезда кукушки. Есть люди, которые действительно вешают такое у себя в гостиных. Мы-то будем что-то с этим делать? Часы не идут. Предполагаю, что их можно завести через маленькое шестиугольное отверстие в циферблате, если есть подходящий ключ. А зачем мне это, простите? Неясно, если честно. Маленькая коробка с выключателем. Я буду сопротивляться. Нет, не будешь. Ну, хорошо. А, это может быть лучшая машина в мире. Да-да-да, выключаешь, и видите, рука двигает обратно. Есть такая игрушка. Еще разочек. А интересно, я могу как-то с этой штучкой что-то сделать, или это так, для фана? Не знаю. Как гном, я моментально могу понять, что это такое. Засасыватель мусора, который засасывает мусор спереди и выплевывает его сзади. Некоторые могут удивиться, зачем, но хорошие изобретатели никогда не задают таких вопросов. Ладно, не будем задавать этот вопрос. О, моток скотча, давай бери.
Скотч везде. Пригодится. Я еще не видел скотча, который был бы бесполезен. Во-во. Вот, да. О том и я. Так, давай. Все тут старое и поношенное. А кое-что еще и очень странное. Но теперь у каждой вещи появилась старая жизнь и новая задача. Все тут старое и поношенное, бла-бла, вторая задача и чё? У меня есть скотч, у меня есть доски, короткие доски. Что-нибудь набрать в мешок не хочешь? Видимо, нет. Вопрос, что от меня хотят? Вот есть у меня такой вопрос. Так, веревку мы пока ни с чем не можем. Так, доски мне зачем? Здесь их точно нигде не надо применить? Вроде нет. Короткие как будто бы тоже. Ну ладно, пойдем. Хотя бы понять, что от меня хотят. Что именно? Так. Зашибись. Мне вот эту хрень еще достать надо каким-то фигом. Ну-ка залезь. Залезь, говорю. Хорошо, что мне это дало? А, ты вот прям даже слезаешь, да? А зачем я залезаю на нее? Смотреть на канализационную трубу. Здесь, где труба начинается, Систон известен, точнее, печально известен тем, что в нем нет никакой существенной канализации. Может быть, кто-то хотел изменить ситуацию, и это является началом и концом его усилий? По-моему, это просто кусок трубы, а не... Потому что вон, по-моему, второй крайний. Хотя нет. Так, взять грязные тарелки. Ты их будешь все-таки брать, нет? Нет, я думаю, я оставлю их здесь. Тарелки покрыты. Тра-та-та. Так, ладно. Давай обратно к крысам. Может, тут что изменилось? О, здравствуй, Тимми. Отлично. Прогресс. Тимми? Привет, Тимми. Привет. Ого, сколько всего. Эстер считает, что там внизу обитают монстры, но там только зомби и роботы, насколько я вижу. Они кажутся довольно милыми. Череп бросает в нас, чем попало. Маленький робот при моем приближении убегает. Возможно, я смогу заставить их быть более дружелюбнее. Похоже на то, что электричество сломано. Не работает уже 2 дня. Что случилось? То, что и повсюду маленький Ван Бюрен позабавился. Смотрели электричество и старые машины для ролевых игр в гостинице. А гостиницы больше нет. Гостиницы больше нет? А как Злоф и Блауд? Они в порядке. Пока что. Если будут вести себя хорошо и не высовываться, у них может быть шанс. О, боже мой. С Рэми ничего не случится. Он самая крутая крыса из всех, что я знаю. Но он там совсем один, в этой ужасной дыре. Возможно. Она не совсем ужасная. Никто никогда не осмеливался в нее спускаться, кроме дяди Рэми и его дедушки. Эта дыра зловещая. Как жаль, что я не мог пойти туда с ним. Насколько это будет неприемлемо, учитывая нынешние обстоятельства, если я попрошу тебя побегать в колесе вместо хомяка? Совершенно. И поэтому ты меня никогда об этом не просил, да? Конечно нет. А будет ли также неприемлемо попросить об этом отель? Ага. Конечно. Этель превосходный повар, но она немного того, да? Больная на всю голову. Я бы выразился немного по-другому. Ее клетка в лаборатории была прямо над котлом. Слишком много испарений. Но она безобидно является лучшим алхимиком в округе. Я знаю, что это не то, что ты хочешь услышать, но знаешь ли ты какой-нибудь выход из этих пещер? Десятки. И хоть один моего размера? Нет. Естественно, кроме дыры в потолке, до которой не добраться. Это именно то, чего я боялся. Ладно. Прям меня выкинуло из диалога. Тимми?
Почему меня выкинуло из диалога? Я знаю, что ты на меня злишься, но как насчет немного большего понимания? Представь, что ты узнал, что ты не маг, хотя никогда не мечтал быть кем-то иным. Представь, что ты настолько некомпетентен, что твои друзья убиты, и это твоя вина. Но ты нужен нам здесь. Сопротивление слабеет, а Ван Бюрн становится сильнее день ото дня. И ты все равно хочешь нас бросить? Чем я могу вам помочь? Я не маг, не воин, не врач, не инженер, я ничто. Даже архимаг оказался бессильным против этой палочки. Как ты думаешь, что он может сделать такой, как я? Ты бы мог бы хотя бы попробовать. Я пойду. Такой миленький. Так, что у меня тут есть вообще еще? Чистое кухонное полотенце. Более-менее белое полотенце. Мы его будем брать? Не будем. Это мое. Извините. Этель. Слушай, твой хвост источает электричество. Может быть, мы его как-нибудь... Того? Рэми шел. Он спустился в темную дыру. О, он такой храбрый, один, в темноте. Он опять сильно рискует. Интересно, хорошая ли эта идея? О, одна из негативных сторон риска является то, что он рискованный. Ты знаешь, есть ли тут выход? Гномьего размера, естественно. Такой большой? Однако... У месье де Дюма есть уменьшающее кольцо. Он забрал его с собой. Тогда, наверное, он хочет, чтобы ты остался здесь. Он не может понять, что я... Может быть, мне стало бы лучше после нескольких недель дома? Может быть, да, может быть, нет. Ему нужен друг рядом. Не может быть. Не через несколько недель. Сейчас не может быть. Он очень на тебя надеется. Все крысы надеются. Тогда, боюсь, вы ошиблись в выборе. Рэми никогда бы не запер меня здесь. Он должен меня освободить. У него есть свои причины. Всегда есть. Пусть знает, что как бы это ни было сложно, рано или поздно, я отсюда выберусь. Я это очень хорошо умею. Может быть, поэтому? Я... Рагу пахнет восхитительно. В каком смысле восхитительно? Хочешь мисочку? Ну, наверное, я немного голоден. Одно рагу, пожалуйста. Оно... Это вкус фантастический. Готовка как алхимия, только взрывов меньше. Супер. Так, я не договорила. Стель. Почему Стель, я говорю? Она же Тель. Блин, она мне... Она... Я знаю, на кого она мне напоминает. Она мне напоминает профессора Трелони из Гарри Поттера. Я еще хотела сказать это, когда мы в позапрошлой, по-моему, серии, но забыла, по-моему. Но вот сейчас говорю. Реально похоже на Трелони. Что-то есть такое. Ты понимаешь, почему нет электричества? Не, без понятия. Не люблю электричество. Люблю огонь. Он теплый и дает свет. Его можно объяснить терминами алхимии. Электричество, оно как... Магия? А его типа нельзя объяснить, да, никак? Ну, хотя... В их средневековье... Можно еще мне немного рагу? Конечно, мой великан! И? Как? Вкусно? А зачем мы это делаем? Так, если подумать. Немного посолить. Погорячее. А зачем мне это? Вкусно, но если бы оно было жирнее, было бы еще лучше. Поняла. Может, оно сейчас что-нибудь жахнет? Хм.
свечку возьмем? Не думаю, что Этель будет в восторге, если я просто возьму свечу. Да. Пустые суповые миски. Может быть, мне нужны жирные суповые миски? Потому что снаружи у нас есть жирные миски, но он их брать не хочет. Типа, они не мои. Ну-ка, давай. Этель? Ты, блин... Давай, рагу. Еще дурнее. Не знаю, зачем я это делаю, но пускай будет. Зашибись. Так. Пустые миски все-таки, да? Склеить. Куда мне клеить скотч? На дно? На край? Сначала мне нужно знать, куда я буду клеить миски. Действительно. Не получится. Черт. Блин, а что делать-то? Свечку мне не дают, а это... Моя постель ждет меня в горах Белого Хребта. Она теплая и уютная. Если бы я только мог спрятаться, так и не вылазить, пока не буду знать, что делать. Так. У меня куча всякого хлама. Я знаю, что мне нужно сделать, но не знаю, как это сделать. Потому что я даже примерно не понимаю, что от меня хотят, если честно. Зачем мне труба? Она как-нибудь... Она нужна вообще? Утонул в земле, это мы знаем. Я сейчас сброшу, наверное, как-нибудь, да? Покачаться. Зачем? Ладно. Возможно, я один и в депрессии. Но я еще не дошел до того, чтобы в одиночку качаться на качелях. Так я и не прошу. Но этого же должен быть какой-то смысл, правда? Доска и труба... Так, ну это понятно. Мне нужно, видимо, сюда что-то положить, сюда прыгнуть, и оно бум! Не? Вот только что? Подожди, залезь-ка. Да, прыгнуть на качели, но... Дедушка говорила, что жизнь в городе делает меня толстым и ленивым. Спортивные движения типа этого доказывают ровно обратное. Так, сюда нужно что-то положить. Вот только что? Если честно... Ну, это бред, конечно. Покачаться, блин, немного. Мне кажется, почему-то, что тарелки туда неплохо было бы положить. Как-то должно держаться вместе. Скотчем. Я наклеил двусторонний скотч снаружи и изнутри. Два лучше одного. Так, хорошо. Эй, водяное колесо. Неплохо. Но не хватает нескольких лопаток. Я скажу у Этель еще несколько порций рагу. Спасибо за подсказку. Немного позже. Спасибо. Если съем еще, я взорвусь. 6 мисок на колесе для хомяка. Это должно сработать. Так, колесо для хомяка с мисками. Это замечательно, но... Что мне это дает? Куда я могу это отпустить? Ну-ка, подожди. Вообще, конечно, вряд ли сюда это мне классно. Сюда что-то другое. Нужно в какую-то то ли воду, что ли. А здесь есть вода? Ну, как-то... О, кстати. Еще же эту штуку можно отковырять. Наверное. Не хочет он играть. Сволочь какая. Так, подожди. Смотрите, кронштейн. Так, это мы уже делали. Так, давай. И чё? Даже если бы я больше ничего не умел, уверен, веревку перекинуть я сумею. Это понятно. Угольная жила в скале, но не очень богата, но ее должно хватить на... А, огонь. Ну, это бред. Это я понимаю, но... Что делать-то? Зачем я вот это вот сделала? Объяснит мне кто-нибудь? Что это?
Что-то маленькое. Что это там маленькое? Это фейерверк. В конце войны в Систоне было широкое празднование победы со множеством ракет и фейерверков. Возникло несколько пожаров, и город был побежден гораздо серьезнее, чем во время войны. Меня это почему-то не удивило. Праздновать мне нечего. Но, возможно, я смогу использовать порох для чего-нибудь. Действительно. Так, у нас есть порох. Ну, сюда как бы нет, естественно. А зачем мне бонго? Я не хочу играть. Это бред. Ну нет, что-то не хватает. Наверное. Ну ладно. Что у нас тут есть? Мне вообще вот эта хрень нужна. О, подожди, что это? Господи, как он тут был? О, еще один фейерверк. По-моему, его тут не было. Да вы издеваетесь, что ли? так говорит. Еще. Господи. А они появляются как-то вот... Там, где их не было. Изначально. Слушай, а у меня есть идея. Нет, плохая идея. Зачем мне вот эта тарелка? Грязные тарелки. А зачем они тогда тут лежат, ты мне объясни. Что я с ними могу сделать-то? О, кстати. Нет? Нет. Так, посмотрим. Если я заверну порох из фейерверка в плакат, я получу динамитную шашку. Самодельный динамит. Так делай. Хотя, мне понадобится больше черного пороха. Твою мать. Больше ему пороха. Так. Пойдем вниз. Вот туда. Может, тут еще что-нибудь завалялось? Зачем мне эта кукушка вообще? Так, фейерверк, давай, бери фейерверк. Еще? Где-нибудь? Тут вроде нету, да? Так, ты взял. Насыпать порох на плакат. Мне еще нужно несколько порций черного пороха. Как только у меня будет достаточно, я смогу сделать динамитную шашку. Черт. Крысы не отключали электричество. Минуту машину, господи, для ролевых игр в гостинице превратить. Че? Не успеваю. Что-то я сбилась. Так, паровая машина. Жить выключатель бессмысленно. Кукушка, фигня. А, кстати, вода. Поставить колесо для хомяка под кран. Зачем только мне это? Это как бы двигатели. Неплохо. Но пока это не более чем игрушка. Да, это... Двигатель, короче, потенциальный. Положить шар в мех. Понятия не имею, для чего это можно использовать. Я тоже, если честно. Не сейчас, по крайней мере. Ну нет, мне кажется, мешочек для чего-то другого нужен. Я могу наэлектризовать, но... Как бы это сказать-то? Зачем мне это? Искру-то я не все равно не вышибу из этого. Хотя, кто знает. Так, ладненько. Что еще тут есть? Здесь на кучу мусора. Кстати, а там нет на кучу мусора фейерверков? Я так и знала. Давай. И еще вот тут где-то был. Я надеюсь, этого хватит? Боже, скажи, что этого хватит. Стебешься, что ли? Так, колокольчик нам не нужен. Небось, нужна будет свечка, чтобы поджечь это все дело, да? Черт. Вот не дай бог. Так. Полотенце я не могу взять. Тимми. Тимми разочарован, поскольку я не хочу поддержать крыс в борьбе против Ван Бюрен.
Но лучше разочарованный друг, чем еще один труп. Что-то там есть. Так, это не хочет мне давать ничего. Хочешь плащик? А ты хочешь? Хочешь плащик, говорю? Нет, не хочет. Сволочи. Этель? А, нет, рогу мне больше не надо. Так, хорошо, ладно. Вопрос. Для чего мне вот эти качельки? А для чего у меня маленькие доски? Так, ребятки, простите, отвлекли. В общем, отвлекли так, что я все забыла, потому что отвлекли надолго. Так, у нас есть порох, нам не хватает, да? Мне все еще нужно несколько порций. И где же они, эти порции-то? Может, у этого чувака есть? Потому что, я так понимаю, сейчас моя главная цель создать вот эту динамитную шашку эту. Здесь же больше нигде ничего. Чувак, у тебя есть порох? Иди. Привет, Гулливер. Привет, Уилбор. Ага, ну это было. Я говорил с крысами, у них тоже пропало электричество. О, правда? Они сказали, что брали электричество от машины для ролевых игр в гостинице. Должно быть, там что-то случилось. Какая чушь? Что могло с ним случиться? Крысы мои друзья. Я им верю. Странные у тебя друзья. Я бы не поверил ни единому слову этих паразитов. Наверху, в городе, многое сейчас меняется. Конечно, война кончилась. Колода сдается по новой. Сдается, да. Храбрые, упорные и умные выдвигаются. Я говорю о том, что вещи становятся мимимишными. Может, это их задело и машина для ролевых игр? Чего? Тебе не нужно избегать испарений, исходящих из мусора, Уилбур. Не нюхай их. Это нехорошо для здоровья. Точнее, для мозга. Так, немножечко сбилась что-то я. Подожди, там были еще варианты. Так, насчет электрогенератора. Предположим, что мне нужно его построить. Как мне это сделать? Не говори глупости. Преобразование кинетической энергии в электрическую. Мы, гномы... Вы, гномы, учитесь этим вещам с колыбели. Да, я... давно не был в колыбели, понимаешь? Пока, Гулливер. Вот про эту штуку речь шла. Кинетическая, электрическая, это все понятно. Но как бы нужно как-то это все совместить, подключить... Как это сделать? Мне, наверное, не хватает того... Короче, вот та хрень, которая висит там наверху, мне ее нужно будет совместить, небось, каким-то образом вот это колесо, наверное, совместить с колесом для хомяка. И, собственно, когда мы включим воду, она начнет вертеться, и это будет вертеть эту, в общем, кинетическую энергию, да. Черт. Так как достать-то эту хренотню? Это, конечно, вопрос хороший. Где еще шашки могут быть? Что вот? Зачем мне вот это? Часы не идут, предполагаю, их можно завести через маленькое шестиугольное отверстие в циферблате. А мне что-нибудь такое? Еще, конечно, не похоже. Где забыл, что мне надо читать? Ну, вы прочитали, я думаю. Так, Fluffy and Soft, хорошо. А зачем, чтобы он был Fluffy and Soft? Сейчас-то... Подожди. А, это просто выключатель? Ну, нет. Так, вопрос, конечно, замечательный. Давайте попробуем вернуться в пещеру. А, нет, подожди. Шашка-то мне сюда нужна. Так, а... У меня, конечно, вопрос дня тогда. А как достать вот ту хренотню? Я могу еще такой доски присобачить, не? Не? Так, подожди. Вот мне вот эту хрень нужно достать. Только как это сделать, я не знаю. Мне надо что-то положить сюда, чтобы оно полетело в нее и сбило ее теоретически. Это вряд ли. Ну-ка, иди туда. Может быть, я поговорю с Биллом, может, он мне что-нибудь скинет? Ну-ка, давай.
потому что что-то как-то не хватает немного. Приятная деталь в колоколе. Билл не может меня игнорировать. Если он не ответит, я разбужу полгорода, и у людей появятся вопросы. Чё ты хочешь? Я помогаю Гульвере, Эстере и Нейту делать грифельные доски. Крысы и зомби. Странные у тебя друзья, Везервейн. Гульвер говорит, что ты тоже им помог. Если он так говорит, они отчаялись попасть в город. Я заломил им за это приличную цену. Сумму. Гульвер трудится день и ночь, как раб, чтобы выплатить то, что тебе должен. Да, я должен признать, что он работает гораздо лучше, чем ожидалось. Хотя, если бы он работал быстрее, я мог бы продать больше досок. Есть небольшие проблемы с последней партией. Да, рассказывай, что Ван Бюрен готов заплатить только гроши, хотя речь шла об очень особенной и ограниченной партии. Специальные заказы — это проблема. Надеюсь, ты заплатишь Гулливеру за них сверху? Ты не слышал? Я получаю все меньше золота за каждую доску. Пока мои прибыли снижаются, ему придется обходиться без золота. Нам всем придется чем-то жертвовать во время финансового кризиса. Гульвер говорит, что следующая партия оплатит его долг. Ты действительно их отпустишь? Уилбор, сейстумский торговец всегда держит слово. Билл. Ну хорошо, возможно и нет, но я их отсюда уберу. Рынок волшебных грифельных досок рухнул, цены упали, ниже некуда. Я переключаюсь на воду, хлеб и скаковых лошадей, на них сейчас можно сделать деньги. Ну хорошо, мы подготовим партию, и ты вытащишь зомби. А меня вместе с ними, спрятанного где-то в мешке. Что ты сказал? Гулливер надеется, что после того, как он закончит партию, то дашь ему работу получше. Как он себе это представляет? Он хочет здесь жить, в маленьком городском доме с женой и ребенком? Он же зомби! Как всегда, очень информативный разговор. Пока. Всегда пожалуйста. Я не против рискнуть жизнью и здоровьем ради наших маленьких милых разговорчиков. Без маленьких. Ну, вы поняли. Так, хорошо, он мне ничем не помог, к сожалению. Где же еще-то кусок? Мне почему-то кажется, что кусок пороха где-то заныкан. Почему я не могу все-таки здесь? Зачем она тут лежит-то, ты мне объясни. Это бред. Мне этот плащик наверняка нужен, чтобы сделать какую-нибудь... Не знаю... Что-нибудь. Как-нибудь достать-то тебе? Да я понимаю, что нет. Мне чего-то не хватает. Сюда что-то нужно положить, но... Что? Пустой мешочек. Сюда как будто бы можно было бы насыпать землю, но она не насыпается ни хрена. Может, Тимми попросить помочь? А, кстати, почему бы нет? Может, он как-нибудь... Снимет? С крючка я его вверх пульну? Тимми, пожалуйста, помоги мне. Нет. Увы. Так, проблема. А что делать? Может ему дать плащ? Хочешь плащ? Я, по-моему, уже пыталась это сделать, не? Ну нет, это все бред какой-то. Не, все не то и все не так. Хочешь скотча? Блин, мне нужна свечка. Этель. И тряпочка это нужна. Ага, это рагу. Нет. Угу. Хотя не, подожди. Вряд ли, конечно, но... Просто почему я до сих пор могу брать у нее рагу? Так, погорячее. Я не знаю, что мне это даст. Ага. И когда у нее не будет этой штучки, она не сможет протереть, и я все стыбзю. Допустим, хорошо.
А как бы так спереть-то кухонное полотенце, чтобы она не заметила? Ну-ка. Ну-ка, давай-ка сольки. Сольки. Вкусно, но можно было бы чуть-чуть посолить, чтобы было немного... Да. Хорошо, хорошо. Нет, она как бы солит и все. Да не получится у тебя. Да, я поняла. Извини. Так, подожди. Мне вот вариант с горячим понравился. Ну-ка. Блин, у меня прикалывает, как она на нас реагирует. У меня, кстати, опять есть тарелка. Офигенно, давай горячее. Давай, быстрее бери. Почему ты не можешь взять, когда она... Ты только одну очку протерла. Так, у меня есть пустые суповые миски. Что я с ними могу сделать? Может быть, положить их сюда? Хотя зачем? Наклеить. Ну, нет. Может быть, не стоило? Потому что я как-то никуда не могу. Теоретически я понимаю, что мне надо сделать, но такое ощущение, что я что-то упустила. Ой, ладно, ребят, давайте здесь на самом деле остановимся, потому что что-то как-то... Не соображаю, я что-то уже сегодня ничего. Вот, и, в общем-то, продолжим в следующей серии. Я, может быть, еще тут за кадром потыкаюсь, потому что нужно же понять, что делать, иначе мы никуда не продвинемся. В общем, надеюсь, что эта серия вам понравилась. Если это так, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, зовите друзей. До встречи в следующей серии. С вами была Севен. Всем удачи и пока.